плачет. Но завидует нам тот, кто не летает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Потому что мы летаем на красивых самолетах. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Белоснежный или серебрый скайлайнер — это что-то. Эдвайтинг грациозен, восхитительно прекрасен. И поверьте, красоту нельзя отнять у самолета. Даже если совершенно непривычный цвет окрасить. Вы поверьте, красоту нельзя отнять у самолета. Даже если цвет зеленого горошка разукрасить. И не важно, Туполь Боинг или Аэробас 300-й. Смотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов. Потому что некрасивых самолетов не бывает. План такой. Полет наш сегодня с двумя посадками на дозаправку. Первое — это будет запланированное, антракт между первым и вторым отделением. И основная программа, она запланирована до 22.00. Здравия желаю, товарищ генерал. И ну, мы понимаем, что сегодня воскресенье, завтра рабочий день. Многие приехали издалека. Это очень... как сказать, впечатляет и обязывает нас с Вадимом ко многому. Спасибо. Но потом, после 10, командование этого заведения нам еще выделяет некоторое время, если у кого-то еще... Да, для особо усидчивых, и кому это не очень еще надоест. Да, а тот, кто уйдет раньше, по необходимости мы не обидимся, мы понимаем, что завтра на работу и там транспорт уйдет, так что... Примерно так. Мы до 22 мы сделаем основную программу, а там уже дальше. Все, поехали. Вадим Захаров. Мы в своем обычном формате, спасибо, выступаем, то есть мы чередуемся через несколько песен, чтобы ну, как, не сильно надоедать, чтобы менять там общее настроение и так далее. Сегодня я на разогреве. Классика.
на нескольких предыдущих концертах выступал под минус, но думаю, что уже как-то это дело поднадоело, поэтому сегодняшний концерт будет в основном вручную. Сразу начну с новой песни, новой для этого зала, естественно. Появилась этим летом, значит, зародилась мысль на аэродроме, на фестивале малой авиации в Краснодаре, и потом был приглашен на аэродром Большое Грызлово. Вот под впечатлением вот этих полетов, прыжков с парашютом, где реально вот люди между облаками, где могут облако потрогать руками, вот эта песня получилась. А до неба мне легко достать рукой, дотянуться просто до любого облака, улететь и далеко, и высоко, и вернуться вдруг и оказаться около, оказаться снова около тебя. И опять смотреть в глаза твои красивые, в те глаза, что на меня глядят любя. И бездонно, словно это небо синее. И тут я вот одну строчку позаимствовал из детской песенки. Поделись улыбкою своей, нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней до сих пор была и дальше продолжается. Мне, конечно, нужно больше про любовь говорить тебе и звать тебя красавицей. Если хочешь, я возьму тебя с собой. Наше небо, и оно тебе понравится. Прогуляемся по белым облакам, а потом еще прокатимся по радуге, и придумать я смогу наверняка что-нибудь такое, чтоб тебя порадовать. Поделись улыбкою своей, нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней до сих пор была и дальше не кончается. Поделись улыбкою своей, нам уж точно не о чем печалиться, наша жизнь из самых лучших дней до сих пор было и дальше не кончается, до сих пор было и дальше не кончается, до сих пор была и радость не кончается. Спасибо. Знаете, вот позавчера я был в Сыктывкаре, меня один мой знакомый друг пригласил там выступить с концерта. Ну, все было хорошо, замечательная публика, все просто классно. Но было такое замечание, вот слишком грустные песни поют. Вот, я думаю, ну как так, у меня, в общем-то, ну, штуки нужно 4, может даже 5 веселых песен есть. Ну, я, значит, когда этот плейлист составлял, я думаю, все, сейчас вот выберу все, что так более-менее не грустное. Но все равно будут попадаться, конечно. Постараюсь. Когда летишь на восход, ужасно хочется спать. Восток я не люблю посещать, я не люблю по 3 дня в плохой гостинице жить, где пить, конечно, нельзя, но невозможно не пить. Когда летишь на закат, то спать не хочешь совсем.
летать в Ленинград. В Москву летать любят все. Про Сочи что говорить? Тут все понятно и так. Там можно даже не пить, и все равно красота. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой. И больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войти, не стучать и не спугнув тишины. Смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. Заканчивается вот неожиданно иногда для меня самого, потому что по первым двум куплетам я думал, что это будет песня о вынужденном пьянстве на междуполетном отдыхе, а получилась песня о любви к детям. Еще одна новая песня, правда, я в этом зале даже уже исполнял. В этом году исполнилось 50 лет моему хорошему другу, авиационному технику из Пулково, Паше Свердлову. Вот, хотя мы с ним вместе в одной кабине никогда не летали, но вот в этой песне я поместил нас в одну кабину. Вот так она звучит. Называется «Паша техник». И это еще одна... Я этой песней устранил пробел в своем творчестве, то есть у меня... Давно была мысль, что нужно написать песню именно о техническом составе, благодаря которому мы себя спокойно чувствуем в воздухе, вот, который, значит, как сказал Дима Смирнов, от того, как рубишь ты в железе, нам спокойно на воздухе. Да? Вот. Ну и, значит, таким образом мы с Пашей эту песню уже обсуждали. Он говорит, я тоже считаю, что она посвящается не только мне, а всему техническому составу. Так что спасибо вам. На 28 правую нам разрешен заход. Нас вновь встречает Пулково, родной аэропорт. А Павел Романович, техник наш, в кабине задремал, дневную смену отпахал и с нами ночь летал. Зовут все грустным осликом, шутя, наш самолет. И он порой капризные сюрпризы выдает. Но Паша техник за простяк найдет причина в чем и быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем. Паша, Паша, клубится дым экипажу, спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и в порядке, всегда матчасть. Влюблен он в авиацию, как в девушку пацан. На Яке 18-м летать умеет сам. И все, за что б не взялся он, исполнит по уму. В гостиницах и в Пулково, на Кубе и в Крыму. Паша, Паша, клубится дым всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и все в порядке всегда у нас. За рулем на стоянку мы сдадим наш самолет и повезет домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая и дымка верный кот. На 28 правую нам разрешен заход. Годы птицы летят, летят. Недавно было 30, а вот уж 50.
годы мчатся. Но это ничего, ведь если разобраться, то 50 всего, а Паша пашет, клубится дым экипажем. Спокойно с ним Паша рядом, и в добрый час, и все в порядке. Всегда у нас пам-парам-пам-пар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 ам-
Спасибо. Я думаю, что ваши аплодисменты также относятся к техническому составу. Вот следующая песня была написана где-то, наверное, лет 30 назад. Зато она такая не грустная. А первый раз в жизни на самолете я полетел поступать в летное училище. До этого вообще никогда не летал. Ну, естественно, поскольку я летел первый раз, я очень боялся, чтобы этот самолет не упал. Нет, это серьезно. Вот, это честно. Вот, ну, это все длилось, этот страх полета, до того, как принесли борт питания. Вот как поели, что-то все. Сразу все эти грустные предчувствия ушли и стало хорошо. Ну вот, а потом уже, когда уже летая в экипаже, ну я маленько эту тему развил, то есть песня-то уже написана из кабины, как бы, ну, те воспоминания, впечатления остались. В серебристом лайнере гомон оживление, все, откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках с грацией в движении пассажирам курочку снова раздают. Вот еще одно предисловие, да? В то время вот невозможно было представить, да, курица это была обязательная составляющая бортового питания, даже вот в фильме «Экипаж» там героиня говорит, и вот эмблему он курицы называет, то есть это была настолько авиационная песня, птица, да, что невозможно было там как-то вот без нее представить нашу. Ну, я прошу прощения за эту вставку, скажем так. Девочки в передничках, с грацией в движениях, пассажирам курочку снова раздают. Сразу забывается грусть и невезение, и куда девалась вдруг прежняя тоска? Сразу поднимается наше настроение, и ярче светит солнышко, и краше облака. Мы взлетели вовремя, дальняя дорожка. Надо бы и летчикам пожевать чуть-чуть. Командир с механиком очень любят ножки, а второй особенно уважает грудь. Кто сказал, что курица будто бы не птица? Не согласен буду с ним, он ей Богу врет. Как цыган без лошади, как милан без спицы, так вот и без курицы наш Аэрофлот. Несомненно, курица необыкновенная и неповторимая птица наших дней. В бортовом питании вечно неизменная, как звезда в измученной душе моей, как звезда в измученной, эх, душе моей. И могу заверить вас, железобетонная, завтра так же, как вчера и позавчера, будет она самая авиационная, и в эмблеме нашей ей быть давно пора, и в эмблеме нашей ей быть давно пора. В серебристом лайнере гомон оживление, все, откинув столики, с нетерпением ждут. Девочки в передничках с грацией в движениях, это объедение снова раздают, это объедение снова раздают.
когда летал на самолете Н-24, еще вторым пилотом. А это было еще советское время, был Советский Союз. И вот когда я прихожу 7 ноября в резерв, значит, и диспетчер говорит: сейчас полетите в Душанбе. Я говорю: так это аэродром горный, никаких там у нас ни паровозов, ничего нету. Это, говорю, вроде и не 1 апреля. Я думаю, так пошутили. Нет, не пошутили, просто на заводе на Чкаловском, где работали представители, значит, Таджикистана, самолет, который их на праздник должен отвезти, сломался. Ну и они, значит, из самолета выходить не хотят, пока им не дадут другой самолет. Ну, в итоге, значит, взяли для усиления командира отряда. Вот, сходили мы на тренажер, провели предварительную подготовку по-быстренькому. И полетели в Душанбе. Вот, прилетели мы туда. Вот 7 ноября, как я сказал, у нас уже был снег, так холодновато было. А там, когда заходили на посадку уже, вот как раз салют был в городе, так вот запомнилось. Летели с 2 посадками, потому что самолет Ан-24, он так довольно далеко до Душанбе. Открылась дверь и теплым воздухом в лицо. Таджикистан вдохнул нам, ассаламу алейкум. Устал приятель, отдохнуть пора маленько. Ведь мы летели целый день, в конце концов. Мы здесь случайно, в первый раз и кое-что. Вполне понятно, с непривычки впечатляет. У нас в Сибири уже шубы одевают, а в Душанбе еще все ходят без пальто. Как и у нас здесь есть киоски спортлото, и на базаре дед по-русски матерится. Но вот в Сургуте завтра будет минус 30, а в Душанбе еще все ходят без пальто. Еще не все на грядках срезаны цветы, под ветром теплым листья вдруг зашелестели. И так не верится, что где-то есть метели. Лежат снега и все сады давно пусты. У них здесь горы, все понятно, а лото они от холода таджиков защищают. И потому же весь север замерзает, а в Душанбе еще все ходят без пальто. Мы не успели съездить в город, ну и что? С утра пора уже в обратную дорогу. Мы не увидели, наверное, очень много, зато мы тоже погуляли без пальто. Чувствуем вам очень, наши рейсы вовсе не награды. Мы бы сами вместе с вами полетели в Сочи,
но в Сургут кому-то тоже надо. Наш горбатый самолет вряд ли с Туполем сравнится. Здесь совсем не те и скорости, и комфорт. Все гудит и дребезжит, и мечта бортпроводницы поскорее вернуться в свой аэропорт. Мы, конечно, девочки, сочувствуем вам очень. Самолет у нас не лучший самый, а летать на туполях так тоже из нас не хочет. Но кому-то же надо, и нам оно. Ой, недолюбливают нас эти тонкие натуры, не по сердцу наше им внимание. Вот на туполе говорят, культура не амура, не лемура, и намеков нет на приставание. Мы, конечно, девочки, сочувствуем нам очень. Потерпите, милые, немного. Вы от нас и наших рейсов отдохнете в Сочи, а у нас на север лишь дорога. Вы от нас и наших рейсов отдыхайте в Сочи, ну а мы туда нам и дорога. По мартовским ручьям, по сосулькам и по лужам во дворе, по ожившим тут и там после стужи воробьям и по заморозкам легким на заре. Я соскучился по запахам весны, по неровному дыханию ее, по улыбкам озорным и проталинам лесным, что волнует воображение мое. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Не пацан уже, хотя и не старик, в бесконечном этом замкнутом кругу я от многого устал и ко многому привык, только к марту вот привыкнуть не могу. Не могу привыкнуть к мыслям я шальным, к непонятной развороченности чувств, к переменчивым таким настроениям моим. Не хочу, не могу привыкнуть, да и не хочу снова снега почерневшего тепло. Равнодушие куда-то унесет и напомнит мне о том, что давно уже прошло, и подскажет, что прошло еще не все. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталиной. Первая весна растаяла, память о себе оставила и напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталины. И напомнит вновь первую любовь, новый март своей проталины. Николай Анисимов, Коля, ты готов? Я еще вернусь. Мы с Вадимом вот так меняемся все время на своих концертах. Вообще, я считаю, это удачное такое инженерное решение. Когда-то самый первый концерт мы с ним давали, вот, одно отделение мое, это
таких угрюмых и шумных военных песен. Второе отделение было его. И потом вот эта идея такая пришла. В итоге все это нивелируется и получается такая какая-то ровная линия военно-гражданская. Ну, не буду ставить лукаво. Я летчик. Красивая форма, лампас на лукове. И даже самолет. Кто-то порой. Я летчик. Без звука турбин на земле лучше звук. А мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонном летать, за это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту, а небу я душу продал. Мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Спокойно по Нестерова в нем петлю, скручу от души там вираж, бочка, горка, я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Там без весь подкам можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Покойного Нестерова в нем петлю, скручу от души там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Квартиры своей у меня просто нет. Общага мой дом, общий душ, туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Спокойно под Нестерова в нем петлю, скручу от души там вираж, бочка, горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею, но только когда не по ней, а над нею, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Не ожидал, что Вадим скажет, что у него большинство песен грустные. Я думаю, что у меня больше. Ну, можно будет собраться с ним посчитать. И иногда просто удается это разбавить как-то тем, что между песнями говоришь. Вот на счет вот этой песни в августе выступаю, есть такая авиабаза «Шагол», и попросили, кроме основного концерта, дать концерт для вновь поступивших курсантов в Челябинское авиационное училище «Штурманов». Там такой приличный набор, наконец-то, более 400 курсантов, ну и начальник училища. Ну, ты понимаешь, они пока еще не понимают, куда они пришли, ты вот дай концерт, вот,
и они, по крайней мере, как бы вникнут. Ну, я пою, что-то пытаюсь рассказать, и когда спел песню «Летчик», смотрю, такие тревожные лица у ребят. Мужики, к счастью, сегодня уже летать дают много, и квартиры тоже дают, в общем-то, в принципе. Вот, ну ладно, следующая песня. Тоже достаточно такая старая, уже, наверное, лет 20. У меня ассоциация одна, однажды какой-то концерт мне впереди маячил. Я редко пишу какую-то программу такой, ну то есть это такой примерный полетный лист, но тем не менее какие-то прикидки пишешь. И я вот пишу борт 0,5, а сын так из-за плеча посмотрит: папа, а почему ты 0,5 через запятую написал? Однако симптоматика. Борт 0,5 добро на взлет, небо снова нас зовет. И бетонку с Богом отпустив, набираем эшелон, не плевать нам на циклон, вновь поют моторы свой мотив. Сквозь болтанку в облаках выйдем к солнцу в небесах, все дожди оставив под собой. На работе мы опять, и трудяга борт 0,5 четко держит главный курс домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурмом нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас к семье ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Снизу морем облака, 5700, и мы пока крепкий чай в который раз попьем. Все мы здесь как за рулем, что покрепче все потом, на земле по сотке мы нальем. Командир на руку скор наплевал на коридор, до ворот все прокладка вся долой. Пусть земля запросы шлет, борт радист всех отошьет, нам быстрее надо, мы домой. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут. Наш главный курс туда, где дом, и с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас всеми ждут. Да мы же сами как семья, мы экипаж. И пока автопилот удлиняет наш налет, командир прочтет свой детектив. И спокойны мы вполне, мы уже не на войне, шум ее для нас пока что стих. Пусть приходится летать в те места, куда послать, даже и по маме не пошлю. Нам уже не привыкать в обезоловку играть, знал бы пригон, знал бы маршрут. Сегодня легче нам лететь, сегодня можно нам хотеть чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут. Пусть встречный ветер засвистел, погодный минимум предел, но не проложит штурма нам другой маршрут.
Наш главный курс туда, где дом. И с нетерпением мы ждем, когда над городом заложим мы вираж. И пусть дожди опять идут, но на земле нас все не ждут. Хоть мы сами как семья, мы экипаж. Да мы же сами как семья, мы экипаж. Экипаж. Но многие, кто неоднократно бывал на моих концертах, знают эту традицию, которую я стараюсь придерживаться. Я третью песню пою, как третий тост, наверное, в каком-то виде. Практически каждый раз это что-то, не то что новое, а не обязательно это все время одна и та же песня. Сегодня я решил исполнить песню. Вот мысли возникли просто из-за той ситуации, которая случилась 2-3 недели назад в Польше, когда на юге там есть город не помню, вылетело из головы, где сносят монументы памяти воинов, которые освобождали Европу от коричневой чумы. То есть там перезахоронение случилось, позбивали фамилии на табличках и так далее, то есть крайне неприятная история. Что говорить, что 600 тысяч солдат полегло при освобождении только Польши, что это страна, на территории которой находились самые страшные концентрационные лагеря, Освенцим, Треблинка. Песню написал больше 20 лет назад, и время от времени приходится ее петь, к сожалению. Последний здесь плач в палатках рваных. Наш взвод почти что весь лежит в смертельных ранах. Здесь братская могила, здесь вечно отдыхаем. Земля нас всех сплотила, мы годы вспоминаем, как прямо на запад шли упрямо. Не дождались нас мамы, и я дойти не смог. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, вернуться на восток. А люди там над нами ломают монументы и по венкам ногами. Растоптаны все ленты, тот танк, что этот город освобождал когда-то, и что стоял здесь гордо, уже пропал куда-то. Ветер, ты знаешь все на свете, за что же люди эти теперь так злы на нас? Сколько нас полегло здесь, сколько в земле чужой, да только все позабылось в раз. Но все нас переносят, весь взвод за город прямо. Потом их дети спросят, что было в этих ямах. Здесь были те ребята, которых не дождались, которые когда-то за их народ сражались. Пули косили нас и гнули, но все ж мы не свернули. Врагу пришлось бежать. Ждали, когда нас здесь так ждали, за них мы жизни отдали, остались здесь лежать.
случилось, что на свете вновь прах наш засыпает. Меня на землях этих второй раз убивает. Мы были здесь не гости, нас гибнуть не просили. Не трожьте наши кости, верните их в Россию. Где-то сквозь годы ждут нас где-то. Прошло хоть много лет, но нас помнят и теперь. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, открыть родную дверь. Мне бы увидеть свое небо, услышать запах хлеба, открыть родную дверь. Хотелось бы, чтобы не приходилось петь эти песни, потому что такой истории на территории России и Белоруссии, к примеру, Украину сейчас не беру, к сожалению, происходить не может. Допустим, вот у нас в Белоруссии делалось сюжеты, у нас есть управление по увековечению памяти, и ну, недавно открывали, там, к примеру, монумент на месте гибели там, большого количества немецких солдат, которые даже не в 41-м, там, в 42-м году погибли, а в 1914-м. Ну, даст Бог, когда-то все-таки не придется ее петь. Следующая песня, мы так немножко сменим тему. Вот иногда голоса в зале раздаются, но я вот решил, что-то вспомнил, когда-то на одном из концертов здесь, я уже так спел, так, приличное количество, и вдруг откуда-то раздался такой очень встревоженный голос. Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Просто вот буквально через две недели будет праздник, ну, годовщина основания знаменитого Московского вертолетного завода имени Михаила Леонтьевича Милли. Такое очень известное производство, где все, ну, все вертолеты, именно самые первые модели, там, они делают первые шаги в небо, оттуда все идет, потом уже остальные заводы начинают их производить. То есть это именно там, где их учат летать. Вот, к примеру, Владимир Николаевич Кутанин здесь сидит. Ведущий летчик, который испытывает Ми-38, и уже вот скоро эта машина станет на поток, если правильно знаю. Владимир Николаевич, извини, я еще просто скажу, что это единственный летчик, который умудряется на Ми-28 задом наперед делать вираж. Бывает и такое, что я увидел, честно говоря. Как-то когда происходят вещи, непостижимые законов физики, опять же, на Дальнем Востоке видел, как он колокол сделал на Ми-8. Вот и птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не до жиру быть бы живо, столько лет на всех режимах. Не да мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной, пишем то ли сказку, то ли пыль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Та, что в небе от Ипаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе от Ипаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались,
а потом на матушке земле. Экипажем водку пили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь. Или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я совраска, из последних в силу, но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбатах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкою в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранцы, знают то, что выручит везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе аты-баты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Спасибо. Буквально, наверное, неделя не прошло, как у нас русские витязи вернулись из Китая, с авиасалона Джухай. Я просто к следующей песенке, немножко про другой визит, другой показ. Но я считаю, это как-то вот эти вещи взаимосвязаны, потому что та реакция, которая за рубежом происходит на наши пилотажные группы, она дорогого стоит. Это не только потому, что раскраска этих самолетов, там стрижей, русских витязей, она за основу берет российский триколор. Это настоящее, я считаю, знамя России. И вот сейчас в Китае, ну, даже просьба такая, я не помню такого случая, когда пилотажную группу, которой программа там под 40 минут, просят выступить ежедневно два раза, когда летчик теряет килограммы веса, вот, мужики там выполняют посадку, отдохнули и опять пошли работать, потому что люди желают это видеть, это потрясает и вызывает гордость и у нас, а у них как бы восхищение и, наверное, какую-то опаску. Вот, ну ладно, я спою. Это когда-то ребята летали в Бахрейн. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу страны, зоны и часовые пояса. Мы на работе, в небесах. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом.
летим туда, где чтут Коран. Там авиация в фаворе, и кто главней, у них не спорят. Верблюды или аэроплан не спорят там у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты, ведь помнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь — коли заниматься лётным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти и дать салют победы. На нас с небес посмотрят деды и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Витька Житов, Покрышкин, Чкалов на помощь к нам не прилетят, но там на небо не простят. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коль заниматься лётным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы небом одержимы, и это не на час. Наша жизнь, коль заниматься лётным телом. Предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле всё за пределом. Там на земле давно всё за пределом. Как жаль, что на земле всё за пределом. Сил. Сразу уже. А, ладно, прежде чем я уступлю место Вадиму, я еще одну песню спою. Если не собьюсь, это новая песня, названия еще нет. Такая она несколько сложная. Сложная в первую очередь, потому что, вот, к примеру, Захара, он очень хорошо свистит. Я не говорю уже про то, что поет замечательно. А у меня это плохо получается, а здесь много-много свиста. Ну ладно, буду пробовать. День сегодня не задался, я чуть было не проспал все. Вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник от любимой подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра.
Здорово видно с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папашу. Точно летчик, без царя в башке. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят, и давление измерят. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в шесть лёт нам прописался, но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук, не слышу под собой. Лампы красным семафором, мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись. Танцевать я в небе ринусь, перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем не бережливо, самолет я в хвост и в гриву. Ветер с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться. Маша мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Вот дают, ты слышал, милый? Помогай мне, что есть силы, хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение уткнешься. Борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова. Кружка, спирт, глоток. Черт, и командир тут с ними. Растолкает всех, обнимет. Что-то намекнет про орденок. Та-да-да-дам, па-пам-па-пам. Пошутил, видать, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, возвращая, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пики. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу. Нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ж удался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ж удался. Мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись, я и самолет.
Вадим Захаров. Самолете Ту-154 выполняли там полеты. Это в 90-е годы была такая очень хорошая возможность поправить свое материальное положение. Кто-то покупал жилье, кто-то просто сводил концы с концами. Ну, кроме того, это еще запомнилось как замечательная страна с очень дружелюбными, приветливыми людьми, с очень красивыми горами, с очень интересными полетами. Первый раз попал в Иран, кручу башкой, как баран. Куда ни глянь, тут все новые ворота. У них совсем не как у нас, и все, что вижу я сейчас, я запишу, чтоб не забыть потом чего-то. Я с непривычки между дел сначала просто обалдел. Впервые в жизни в настоящей за границей. У них совсем другой расклад, у них совсем другой уклад, у них язык совсем другой и даже лица. У них и год совсем другой, и месяц вовсе не такой. У них тут в пятницу зачем-то воскресенье. И непривычно, что нигде не встретишь алкашей. И правил нет у их дорожного движения. И нет разбитых фонарей, разбитых окон и дверей. Живут так скучно, и никто им не поможет. У нас бы сейчас шары залил, и сам себя развеселил. И берегись потом, товарищи, кто может. И непонятно стало мне, как в этой странной стороне наш самолет в России создан и летает. Да тут же все наоборот, и пишут заду наперед. И между прочим, точно так же и читают. Не нужны зимой пимы и бабы, то есть хунумы. Все как монашки в черном, бабки, девчонки. И жалко мне без дураков, аборигенов, мужиков. Тут с мини-юбками, однако напряженка. Исламский фундаментализм, фундаментальный исламизм. Здесь ждут, пожалуй, даже более марксизма. Но так как водку пить нельзя, порой встречаются друзья, которым очень грустно без социализма. Я не алкаш, и для меня не пить 4 с лишним дня совсем не трудно. Я терплю, читаю книжки, но так, чтобы не пить совсем, то тут, конечно, скажут все, хэ, лимон, но только это будет слишком. Я езжу только на такси, хотя пока что на фарси, не баниме, но это ничего не значит. Ведь объяснил мне друг Толян, для этих персов мусульман, теперь ты мистер, понял, а не хрен собачий. Я понял, мистер, не хрен, но сразу столько перемен, что на душе тоскливо было и тревожно. Потом, когда озноб прошел, я все же к выводу пришел, что жить здесь можно, нужно только осторожно. Под одеялом водку пью и песни шепотом пою, ведь если вдруг меня с гитарою застанут, то халабан, не халабан, недолго угодить в зиндан, а там, глядишь, еще Коран учить заставят. А мне зачем учить Коран? Я не Мехди и не Имран, и у меня мушкелей без того хватает. Не нужно мне второй жены, ждут папку дома пацаны, а их Коран еще и сало запрещает. Не нужно мне второй жены, ждут папку дома пацаны. Опять же, как прожить без сала, я не знаю. Ну, термин «мушкели» — это проблемы, «халабан» — это летчик. Вот там встречается, ну да, по ходу дела, по-моему, все равно понятно. Вот в нашем замечательном отеле «Тургабе» летали российские халабаны из самых разных городов. И эта песня как раз на эту тему. В стране, где все есть, но на всех не хватает,
в Исламик Репаблик Иран. Там в небе воздушном полете летает Иран и ртуть Алабан. Там в небе воздушном полете летает Иран и ртуть Алабан. Он родом из Омска и Новосибирска, Челябинский он из Братчан. От дома родного уехал не близко Иран и ртуть Алабан. От дома родного уехал не близко Иран и ртуть Алабан. Зовут его Петя, а может быть Вася, Андрей и, конечно, Иван. За доллары он поработать согласен Иран и ртуть Алабан. За доллары он поработать согласен Иран и ртуть Алабан. Он разный по возрасту и по натуре, он очень спокойный буян. Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран и ртуть Алабан. Без вредных привычек, но пьет он и курит Иран и ртуть Алабан. Он разный на внешность и разный по сути, он трезв, если только не пьян. Без отдыха может работать по суткам Иран и ртуть Алабан. Без отдыха может работать по суткам Иран и ртуть Алабан. А дома его ждут жена и детишки, отец, мать, сестра и братан. И думают, что заработался слишком Иран и ртуть Алабан. И думают, ты заработался слишком Иран и ртуть Алабан. Связочки такие: Машхад-Тегеран, Машхад-Тегеран, Махад-Шираз, то есть это за один вылет, а там полеты час-час десять. Вот, и летчики говорили: а когда спросит меня внучок, дедушка, а бывал ли ты в Тегеране? Я скажу: бывал, внучок, раз так, наверное, 500. А это, ну, у меня в этом бугурусланском цикле есть такие слова, что летать мы будем в Лондон, в Дели, Бимо, в Тегеран. А, значит, когда я оказался в Иране и познакомился с бугурусланским летчиком, инструктором Александром Александровичем Шипером, у которого как раз было накануне предстояло отмечание 30-летия выпуска бугурусланского. И вот он говорит: у тебя ничего такого нет, он на гитаре там сам не играет, у него только стихи. Вот песня, посвященная выпуску. У меня была мелодия, и поскольку я, когда в училище учился, то программа отлета на Як-40 проходила именно в Бугуруслане, вот, то я знал там эти названия местные. Вот. Я написал песню от его имени, но иногда вот люди там ошибались, понимая, что я учился в Бугуруслане. Я сам учился в Актюбинске, заканчивал Актюбинское высшее летное училище, но насчет Бугуруслана в теме. Всем плевать, ты мне от них не нужно ничего. Бесконечными потоками машин он гудит, как будто здесь пчелиный рой. И на фоне ослепительных вершин, как гигантский муравейник под горой. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугуруслан. 20 весен пролетело с той поры, но глаза закрою, снова вижу я городок, который звали мы Бугры, полевой.
ослепительный полет. С парашютом два прыжка и первый сам. Кто бы знал, что полетать мне повезет по таким международным адресам. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. От чего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Гуруслан. Как в кинели не спеша течет вода, так и годы шли своей чередой. У девчонок, с кем гуляли мы тогда, нынче дочки с танцев не спешат домой. 20 весен пролетело, 20 лет. Довелось мне повидать немало стран. А сегодня из Ирана шлю привет. Может, помнишь ты меня, Бугуруслан? Москву и Магадан. От чего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Руслан. Спасибо. На джиду, то есть мы возили паломников на хадж в Мекку. Вот, ну, рейс выполнялся до джиды, оттуда было 40 километров до Мекки, то есть оттуда, ну, из джиды уже люди шли пешком, чтобы поклониться этому камню священному. Вот, ну и первый раз я попал туда, это было как раз перед Новым годом. Ну, естественно, там совершенно другие были температуры, другой климат, так непривычно. Примерно 28 декабря температура там где-то плюс 25-28. А у нас дома все в снегу. Появилась эта песня. Поскольку это была первая командировка в Иран, ну, я скучал по дому, дома скучали по мне. В Саудовской Аравии под Новый год не холодно совсем. В Саудовской Аравии под Новый год в тени плюс 27. А дома у меня сейчас все минус 27 в тени. На елках зажигают новогодние огни, а дома запуржило, замело, а дома все снегами занесло. Трещат морозы, молчат березы, и все белым-бело. В Саудовской Аравии совсем в другое время Новый год. Не похож на Толмачева, Кинг, Абдул-Азиз, аэропорт. Про снег и про морозы здесь, похоже, не слыхали никогда. И светит в небе темно-фиолетовом какая-то звезда. А дома запуржило, замело, а дома все снегами занесло. Трещат морозы, молчат березы, и все белым-бело. А дома, дома дети и жена, а дома, дома ждут, ждут, когда придет весна. И все начнется, и жизнь очнется, очнется ото сна. В Саудовской Аравии под Новый год не холодно совсем. В Саудовской Аравии под Новый год в тени плюс 27. А дома у меня сейчас все минус 27 в тени. На елках зажигаю
новогодние огни. На елках зажигают новогодние огни. Полетов на джиду. Это совершенно такое фантастическое зрелище. Этот хадж, когда сначала мы вылетаем из Ирана, это полные самолеты паломников, для которых иногда там целое селение собирает деньги для выполнения этого рейса. Человек, который достоин этой чести, потом его нарекают этим почетным званием хаджа. Вот. Провожают, там на улице демонстрации, там на капотах машин, и даже был случай, там под крылом самолета на стойке рано режут, это у них священное действие, именно там связанное с бараньей кровью. Вот. Ну там все в цветах, для человека непривычно, может даже там несколько там, напрягать такое зрелище, потому что много народу и все так, это в одной идее. Ну а потом, когда в джиду прилетаешь, тут тоже огромное там количество самолетов, которые на большом аэродроме с тремя параллельными полосами. Вот. Ну и выходит вот большое количество людей. Мне Серега Штурман говорит, хочешь увидеть сразу, говорит, полный самолет стариков Хаттабыча? Выйди в салон. Вот. Ну и хадж, он сам по себе задвигается. То есть он потихонечку так каждый год на несколько дней там, раньше там, против часовой стрелки. Вот, когда я там был, это было в марте-апреле там переходный. Там несколько, там, недели три, по-моему. Рейс называется, в смысле, песня называется «Парвас Джиде». «Парвас» — это рейс-полет, а «Джиде», соответственно, «Джида». То есть рейс на «Джида». Нам в марте и апреле не поболеть похмелье, и будет киснуть зелье, но то не наша блажь. Нам в марте и апреле почти не до веселья, ведь как лосось на нерест, паломник прет на хадж. Парвас Джиде, зачитанный Коран, и под крылом зарезанный баран. Парвас Джиде, ликует весь Иран, и нам пора. И валят косяками на джиду и крафты, и, может, был не прав ты, усмешку затаив. Когда летишь на джиду, не упускай из виду, что там такой персидский, по трассе есть залив. Парвас Джиде, Сарин и Тегеран. Парвас Джиде, Ахваз и Абадан. Парвас Джиде, мечта всех мусульман из разных стран. Затарившись товаром, чтоб дома сдать с наваром, чтоб хадж прошел недаром, летят они назад, цветами их встречают, целуют и качают, хаджами величают, почти боготворят. Как Парвас Джиде, особая статья, алейкум ассалам, Саудия. И не забудет, кто летал хоть раз, Джиде Парвас. Почти не вынимая себя из самолета, на время забываем про прочие дела, и только успеваем просоленные потом стирать свои сорочки и бренные тела. Парвас Джиде, горячая пора. Парвас Джиде, с утра и до утра. Парвас Джиде, сегодня и вчера, и завтра. Парвас Джиде, зачитанный Коран, и под крылом зарезанный баран. Парвас Джиде, ликует весь Иран, и нам пора. Спасибо. Если
Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительная своя. Салям, Каддафи, значит здравствуй, до свидания. То в захидание, то в ободание. Я и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Здесь спокойная работа и проблем совсем немного. Здесь морально отдыхаешь от дорог и дураков. И экзотики хватает, только все надоедает. И смотаться на побывку каждый здесь всегда готов. Салям, Каддафи, значит здравствуй, до свидания. То в закидание, то в ободание. Я и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Мы летаем по Ширазам, Тегеранам и Ахвазам. Зарабатываем баксы, нету времени скучать. А в далекую Россию мы увозим унитазы, чтобы дома об Иране никогда не забывать. Салям, Каддафи, значит здравствуй, до свидания. То в закидание, то в ободание. Я и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Салям, Каддафи, значит здравствуй, до свидания. То в закидание, то в ободание. Я и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. И все к Каддафису готовятся заранее. Спасибо. Не сказал, да, что вот это все было в 90-е годы, когда у нас-то в магазинах не очень что можно было купить, поэтому оттуда везли, да, и мебель, и кафель, и вот эти вот унитазы, и еще много всего всякого. Вот. Мой большой друг Андрей Гармаш, еще когда мы вместе там в Иране летали, он сказал, что во всем твоем творчестве красной нитью проходит, значит, тема твоей любви к деньгам. И их недостатка. И это заключительная песня из иранского цикла, как раз тоже на эту тему. Когда однажды поздно или рано закончится валютный твой запас, ты снова заскучаешь по Ирану, опять приснится ясно или ахвас. Увидишь белоснежные вершины, те, что видны из окон Тургабе, и загрустишь по той простой причине, что вновь туда захочется тебе. А мне бы еще хотя бы раз попасть в Машкат, слетать Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на баданах попотеть, от Делистера забалдеть, да я от долларов не стану отрекаться. Не отрекаются, любя. Когда меня с Ираном обломили, весьма паскудно было на душе. Должно, мои начальники решили, что мне валюта не нужна уже. Я не пойду просить и унижаться, не стану их в обратном убеждать. Я буду с гордой мордой обижаться, а им на это будет наплевать. А мне бы еще хотя бы раз попасть в Машкат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на баданах попотеть, от Делистера забалдеть, да и от долларов не стану отрекаться. Не отрекаются, любя. Когда несправедливость торжествует, обидно это, скажет вам любовь. Особенно, когда она дуркует, глумится не над кем-то, над тобой. Для утешения сравнивать не стану
себя с другими бедными людьми. Я все-таки скучаю по Ирану, не только из-за баксов, черт возьми, а мне бы еще хотя бы раз попасть в Машкат, слетать в Шираз и не спеша по Тегерану прогуляться, на Абаданах попотеть, от Делестера забалдеть, да я от долларов не стану отрекаться. Дойдет. А у меня вот есть такое объявление. У нас сегодня вообще-то не благотворительный концерт, но обратились к нам люди с такой просьбой. Есть в Аэрофлоте пилот молодой, 28 лет, который тяжело болен. Вот. И если кто-то сможет помочь, вот стоит здесь коробочка, вот, информация о нем есть. Ну так, кто сколько может, кто сколько захочет. Это не развод. Ну да, это проверено все, это не развод по интернету. Человек реальный и болезнь реальная. К сожалению. С друзьями программа какая-то выстраивается. Обычно это так, это шпаргалка. Песня относительно новая, я ее здесь уже пел, но название ей дали фактически, ну не то что в интернете, но мои друзья замечательные им назвали «Воздушный кораблик». А я ее как-то, ну и так, видимо, она на диске, который когда-нибудь все-таки выйдет, она будет. Я ее все-таки объявляю на концертах как военно-воздушная лирика в приложении к самолету МиГ-31. Две летных смены на сегодня в плане, и на стоянке ждут нас корабли. Заря разлилась алой краской в Пятом океане. Со штурманом отчалим от земли. Рев двух сердец, двух пламенных моторов, нас, граждане, за грохот упрекнут. Но кто-то в небе нас проводит восхищенным взором. Отряд уходит с громом на маршрут. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Под крыльями поблескивают реки, и небо по маршруту, как проспект. Там на земле нас ждать остались вынутые чеки, и значит на чеку боекомплект. Ракеты мирно дремлют на пилонах и верят, что не будут с ветерком отчаянно носиться на различных эшелонах в погоне за каким-нибудь врагом. Волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. По облакам корабль, как по волнам, хоть 40 тонн, а может налегке. И если что, мы можем при желании на полном
увидеть звезды днем на потолке, но пока увидеть бы Илюшу в просторе океана голубом. Кораблик наш воздушный, он ведь тоже хочет кушать, он пьет, а наши нервы узелком. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом бескрайней будничной страны. Как в гавань корабли идем снижать, отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, пока машины техники чихлят. Усталые, но радостные лица, и громче нет звенящей тишины. Дай бог нам уходить в полет по плановой таблице, когда по плану, значит, без войны. Кругом волшебных облаков убранство, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом великой и родной страны. Я все время говорю, не устаю это повторять, что все, что написано про авиацию, это посвящено именно авиаторам. Вне зависимости от того, что там в песне летает и кто. Посвящено тем, кто там летает, еще гораздо большему количеству людей, которые находятся на земле, без которых никто не сможет подняться в небо. Авиационный корпоратив, он самый крепкий в мире, тут ничего с этим не поспоришь. Следующая песня, ну, я бы хотел ее в первую очередь посвятить еще нескольким моим друзьям, которые здесь в этом зале есть. Я потом пару слов скажу, такая у меня какая-то традиция иногда тут, как учитель в школе, что ли, хотя неправильно сказать, поднимаю кого-то. Но это от души. Ласточки летают над землей. Есть, значит, снова непогода. Мы утюжим небо здесь полгода. Значит, полтора, и я живой. На три умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит, нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, то есть, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою, ласточку пятнистую мою. Подтвердят нам трассеры расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем и нашим шлет. С
скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пулей дурой, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, мы втроем под нимбом у нее. Душу винтокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Позвал же кто-то крокодилом ту, что выручает нас в бою, ласточку пятнистую мою. За спиной молотит пулемет бортовой наш парень не из робких, обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен, горный край меня уже достал. К черту живописные места, все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурень кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Та-ра-та-та-та. Обрушили свирепость в небе, словно маленькая крепость. Мы видим огонь из всех стволов, нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою, ту, что выручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю, ласточку пятнистую мою. Я вам говорил, хотел о людях сказать. Вот Александр Викторович Новоченко, заслуженный военный летчик, из первого состава пилотажной группы, единственной в мире пилотажной группы на боевых вертолетах Ми-24, группа «Беркута». Лиза хлопает, такой вот замечательный генерал, заслуженный военный летчик Вячеслав Макарович Овейник. И не могу не сказать еще о человеке, у которого дома была написана эта песня. Это мой замечательный друг Дмитрий Сергеев. В прошлом, в то время, даже не в то время, еще раньше, командир знаменитого 55-го отдельного вертолетного полка в городе Кореновске. Тоже здесь сидит. Сейчас он уже гражданский авиационный генерал. Но такой серьезный генерал. Ладно. Транспортником. Маршруты пишем в небе над землей, посадки словно знаки препинания. Устали от внеплановых заданий, здоровый сон несбыточной мечтой. И кто бы нам скомандовал отбой? Домой не успеваем, позвоню.
Жене скажу, что снова улетаем на север, и когда назад не знаем, а сам на юг с ребятами махну. У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт и из зимы отправятся в весну. Нас не курорты ждет аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз, коллеги за бугром так не умеют. Мальчишки все притихнут, побелеют. Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, как на бис. Их уведут, а привезут других. В обратный путь мы снова санитарим. Мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы этот путь не стал для них дорогою намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут. Для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба и не спасут. Будь проклят, чертов чартер на войну. Идем ночной глиссадой к дому вместе, и приводы огней, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь. Скажу, что это кофе, а не кровь. Пытаюсь каждую песню к чему-то привязывать. Следующая песня, ну, многие ее слышали, если не все, наверное, здесь. Просто буквально тут через 3 недели такой очень серьезный юбилей в авиации. Я вот, возможно, буду участвовать в концерте, который там будет в Центральном театре Российской армии, или как он сейчас там называется, культурный центр. 100-летие дальней авиации. Был буквально неделю назад открыт памятник здесь в Москве дальникам. Ну что тут сказать, это такая серьезная составляющая и военно-воздушной силы, ядерной триады так называемой нашей страны. Люди, которые сегодня летают так активно, в отличие от тех лет, которые там были в конце 90-х, первом половине десятилетия 2000-х. Выступал я как-то вот в Серышево в прошлом году, и там именно они установили такой своеобразный рекорд. На Ту-95 они летали там над Тихим океаном, не просто так, а по заданию, 49 часов, двое суток с лишним. Так, ну, прилично. Ну ладно, раз уж речь зашла о самолете Ту-95, в данном случае МС, по натовской классификации ДР «Медведь», песня «Медведи». Пройди рулежкой на полет, на полосе корабль замрет, на исполнительном мы молитва, все по карте. И ты все 8 на упор, разбег, отрыв, вираж, набор, а все проблемы оставим там, на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз, здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом идти за угол. И словно литерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой
мете. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах летят в Атлантику. Российские медведи летят в Атлантику, медведи. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь, и на радаре сплошь засветки. От фюзеляжа револьвером производства СССР сказали янкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У плоскостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже напролом, мы чуть не блистер нам крылом. Такие бурзы, как правило, из штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи пришли в Атлантику, медведи. Жаль, в океане нет дороги, и он для нас как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. Ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то все задание без толку. И крик, я вижу командир, вдруг разорвет немой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и оврал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Качнет нам крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику медведи, придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режим, мы каждой тонной дорожим, а турбулентность там повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав, он помнит разные места: Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если дали нам приказ, мы обязательно смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног, но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон, не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи, пришли домой медведи. И тут в развалочку медведи домой, любимые медведи, медведи, медведи. Какие-то отвлекаешься на какие-то мысли, это, кстати, не есть хорошо, потому что может накладывать какие-то деструктивные особенности на исполнение песни, вот сказал. Это просто, когда пел «Домой, любимые медведи», один мне летчик рассказывал, говорит, да, ты верно сказал, я помню, как-то мы прилетели, так, ну, в общем, долго летали, и мы так, ну, отмечали, а тут жена звонит, «Домой!» Ну, традиционно, нетрадиционно, но обычно так получается. После этой песни я пою, всегда поясняю, что вот этот самый большой налет ударников, наверное, ну, сравнимый или такой же у транспортников, а может и больше. У меня самый большой налет во сне. Все же улыбнусь, пусть на свете все несовершенно, Воланд Иисус. К нам приходят как-то переменно, хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт,
как рубин краснеет на закате, раскрывает зонт. Над землей ночь, как надзиратель день закончил круг. Я уснул по-глупому, мечтая, мне приснилось вдруг, что я летаю. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Так вот и живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем, а потом удачи пропиваем, и мы чудес не ждем. Не волнует нас среди блаженства то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле, вверх закон Ньютона не пускает бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса во мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Крылья за спиной, только лишь у ангелов бывает, я ведь не святой. Мне не крылья, руки обрывают, мне бы улететь. В крови постоянно солнце светит, только где же он есть на этом свете? Я летал во сне над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал и носил меня веселый ветер, а с земли во след смеялись дети. Спасибо.